Здравствуйте, друзья! У нас по-прежнему Крым и город-курорт Судак. Замечательная погода, теплое море, народу много. Но сегодня тема не об этом, а тема о ретро-технике. Сама тема напрашивалась уже давным-давно, но я даже, по-моему, что-то уже и снимал. ГАЗ-53 бочка. Вот, разновидностей было разных много. А вообще, что касается этой темы, здесь в рабочем, то есть просто работают ЗИЛы-130 и бочки, и такие. Я видел кран на базе ЗИЛ-130 в полном исправном состоянии и вообще в прекрасном сохране. ГАЗ-51, бортовые УАЗики, и не один, тоже в замечательном сохране. Москвичи, Волги 24-ки, 21-я Волга в Судаке тут ходит. И вообще Жигулята тоже разных моделей в хорошем сохране. Вот просто любо-дорого посмотреть, другой раз глазу. И главное, что техника эксплуатируется, не где-то там в гараже стоит или как музейный экспонат. Нет, эксплуатируется как нормальная рабочая техника. Ну что, видео у нас одним файлом. Времени 3 часа дня. Ну, это уже совсем другая история. Да и вообще похоже, что это история. Ну, до свидания, всего самого наилучшего. Всяческих благ. И до будущих видео.